Не, ну я над этими рабочими вообще в шоке. Кошмар, смету такую написал. Олег, ты на объекте? Да, я здесь. Здесь? Слушай, ну ты вообще, ты, я, здорово. Я, конечно, понимаю твой пламенный интерес к зарплате. Понимаешь, что ты умеешь хорошо все считать. Ну, что ты мне написал вот этот? Ну, смету я предоставил. 41-250. Не, ну... Ну, это заявление, то, что я сделал работу. Ну, смотри, ну... Вот, ну, ладно, вот штукатурка, да, я согласен. По 150 мы с тобой договариваемся. Я тебя и нашел поэтому по 150, потому что меня устроила цена 150. Все по 700, по 800. А ты по 150 делаешь, меня заинтересовало. Шпаклевка, я согласен, 200 рублей, хорошо. Грунтовка по 600 рублей. Откуда ты такую цену взял, почему? 600 рублей. Нормальная моя цена. Ну кто вот по такой цене? Я вот у всех народа спрашивал, ну 50, да какой 50? 10 рублей, 15, да вообще не считают люди. А что мне народ, я не пойму. Не, ну я не знаю, ну надо было мне сказать, если бы я знал. Как я все говорил вам. 600 рублей. Смотри, у тебя 25 метров загрунтовать одну комнату. 15 тысяч вышло. Ну, это же работа. Нормально. Ну... Подождите. Подожди, у тебя за штукатурить 3700 вышло. Подождите. Давайте разберемся сначала изначально. Вы звали меня как мастера. Стой, подожди, давай сразу. Работы. Подождите. Ну, ладно. Ну, зачем нам ссориться? Ну, ссориться я тоже не люблю ссориться. Давай как-то этот вопрос решать, потому что ну, это вообще нереальный ценник ты написал. Главное итог. Какой у нас будет итог с вами? Вам стены нравятся? Я, честно признаюсь, еще не смотрел. Кстати, надо правило взять посмотреть. Вот потому что как бы ценник-то у тебя хороший, я смотрю. Аппетит-то вот, хороший. Вот посмотрите. Поэтому давай сейчас по ценам. Я не хочу к тебе придираться, ты же говоришь, не будем ругаться. Да, я визуально вижу, вроде бы сделан нормальный ремонт. Но скотч 20 метров погонах по 1000 рублей. Это я как это? Отбиваю, вот смотрите, видите линия. Это я отбиваю, проклеиваю скотч. Для того, чтобы вот под декоративочку уже я это сделал. Это вот это вот ты скотч наклеил, да, 1000 рублей погонный метр? Для чего он нужен? Для того, чтобы... Потом, как полы у нас еще нет ламинатора, ламинатную постель, уже пришел ровненько плинтус. Слушай, ну я что могу, я не знаю. То есть у тебя вот этот скотч 1 метр, 1000 рублей, это ты поклеил, у тебя 20 метров, 20 тысяч. Я же не удивляюсь этому. Наверное... А я же не просто, я же работаю, я во-первых, на корячках тут стою, линию лазером отбиваю. Вы сами сейчас сказали, только 750. Но мы сейчас... Вы же не удивляетесь, почему у меня штукатурка по 150? Ну мы сейчас о чем говорим? Я нашел тебя, ты сразу мне не сказал вот эти вот ценники. То есть, если бы ты мне сразу сказал, что я грунтую по 600 рублей, я бы сразу бы сказал, до свидания, Олег. Я вообще-то это говорил, просто вы... Когда это, ты говорил? Не услышали. Я все... Про себя ты говорил? Всю смету, которую мне спрашивали... Вообще-то, если вы можете... То есть это не один раз ты посчитал? Вы можете у любого, смотря что мы будем делать со стенами. Если под покраску, значит каждый слой шпаклевки, который будет наноситься на стену, затем он будет шкуриться, и затем он будет грунтоваться. Слушай, но это фактически... Это технический момент, без этого нельзя. Фактически получается, значит, у тебя штукатурка вместе с грунтовкой 750 рублей выходит. И чем я вас обманул? Если она в рознице, вот, допустим, вы сами сказали, штукатурят по 700 рублей. Чем я? На 50 рублей вас обманул? Ну, тем, что ты сказал, что по 150 рублей штукатурят. Она и есть по 150. Я разве обманул? Я вам смету составляю. 150 же написано. Ну, я же не разбираюсь. Нет, я откуда знаю? Смета 150 же написано. Ты же мне вот это написал. Ты же ну, сразу мне не писал. Написано, штукатурка 150. Все совпадает? Я в чем обманул? Ничем. Я только одну комнатку сделал, 25 квадратов, и у меня уже деньги закончились. Вы знаете, сколько стоит сейчас плитка? Да плитку я пока вообще молчу. А почему вы за плитку хотите деньги такие большие отдавать, и вы не задаете вопросом и не говорите в магазине, почему у вас такой рост цен? Почему она стоит столько? Вы же не задаете, вы придете и покупаете ее. Кстати, я хотел узнать, у нас у меня же санузел, ты еще по ценам обещал озвучить. Какая цена? Будет, смотря какая плитка. О, начинается опять. Надо грунтовать или не надо? Что делать, не знаю. Олег, что делать будем? Я не знаю. Не, а что не устраивает? Ну, цена меня не устраивает. Подождите, что как не устраивает цена?
Я же говорю, ни в чем не обманываю. Штукатурю я по такой цене. А все остальные работы по такой у меня цене. Ладно. Берите, делайте. Все, я согласен. Я заплачу эту сумму, но мы, наверное, на этом распрощаемся. Просто, ну это нереальная цена. 600 рублей грунтовать, это... Я говорю, я обратился только из-за того, что у вас дешевые цены. 150 рублей штукатурка, все. Я только поэтому к вам позвонил. У меня были проверенные мастера, которые по 700 рублей штукатурят, которые я знаю, как делают, которые меня устраивали. Я обратился к вам. Нет, а тут получается у вас такая же сумма. Подождите, ну а что у вас не устраивает в моей работе? Да не в этом дело, я просто, я с ними не один объект они мне сделали, они мне дом построили, они мне отделку, я их лучше знаю, соответственно, я им доверяю. Вас я первый раз вижу, первый раз плачу. А зачем тогда вы вообще выходили на меня? Объявление-то расклеиваю. А потому что цена у вас 150 рублей штукатурка. А все остальное? Хорошо, вот скажите, вот штукатурку разве делать легче, чем грунтовку? Почему у вас грунтовка 600, штукатурка 150? Вы смотрите узко на работу. Я смотрю глобально, понимаете? Ну моя что? Моя задача – заработать денег, а не в какой-то там определенной сложности. Ничего я не понимаю. У вас какая-то логика работы, определенная все своя. Все виды работы разные. Допустим, вот как вы сказали, штукатурю я стену. Ну да, вот сложнее штукатурить? Она сложнее. Ой, а почему у вас она дешевле, чем грунтовка? Потому что мне так надо. Чтобы меня обмануть? Нет. Потому что... Собирайте свои вещички. У вас, по-моему, тарелка и плошка только. И один шпатель остался, да? Все, давайте. Мы с вами прощаемся. Деньги я вам перешлю на карту. Хорошо. Все, давайте. Да. Давайте. Счастливо. Вот это я... Вот это я врюхался. Кошмар. Что? Нет, это я... Ничего, чай не сливаю. Запивайте чай и давайте, ключи мне передадите. Пока.